Здравствуйте, вы смотрите «Вечер вместе». Я Иван Грищук. Сегодня у нас в гостях Алла Шевелева и Марина Тимашева, театральные критики. Дамы, здравствуйте. 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 Алла, давайте начнем, наверное, с вас. Как устроена сегодня в современной России ваша работа? И есть ли какие-то общие критерии оценки той или иной постановки? С чего хотела бы начать? С того, что театральные критики, как правило, все-таки люди с профессиональным образованием. В ГИТИСе есть театрический факультет, который они заканчивают. Мы когда-то учились 5 лет, сейчас 4 года, и этому учат. Это все-таки профессия. Следующее, что нужно сказать. Театральный критик, как правило, это человек, который ходит в театр по 7 раз в неделю. И он обладает огромным зрительским опытом. То есть помимо какой-то базы научной, которую он получает в институте, помимо опыта написания статей, которые он получает в институте, он еще имеет все-таки большой-большой зрительский опыт, который копится годами. Но само название «критик» вызывает всегда немножко отрицательную какую-то реакцию. Ну да, такая негативная коннотация какая-то. Да, негативная коннотация, и вроде как есть какое-то ожидание, что это вот какой-то вредный человек, который сейчас будет придираться, говорить неприятные вещи. Я всегда так говорю, что театральные критики, во-первых, театр, безусловно, любят, может быть, больше, чем даже люди, которые иногда им занимаются. Все-таки надо очень любить эту профессию. И надо любить очень театр, чтобы 7 раз в неделю после работы ходить. Конечно. Это первое. А второе, я просто говорю, что мы профессиональные зрители. Прежде всего. Марина, есть ли какие-то общие критерии оценки, грубо говоря, для критиков в целом в стране? Или это всегда речь идет о некотором субъективном все-таки подходе? Ну, я думаю, что никакого, конечно, общего подхода быть не может. Есть какие-то школы театровические разные, допустим. Есть просто люди разные. И ты всегда выбираешь себе компанию. Есть люди, которые почти не сомневаются в том, что вот этот и этот коллега будут разделять твою точку зрения, а этот, наоборот, пойдут своим путем. Но какие-то критерии все равно есть, потому что то, о чем говорила Алла, нас учат. И, конечно же, какая-то теория театра, история театра, возможность сравнивать что-то. В принципе, мы действительно просто зрители, только очень-очень профессиональные зрители, которые обучены формулировать то, что обычный человек в театре чувствует, но не может объяснить. Мы можем объяснить, что он чувствует или что я чувствую как зритель. Вот и все. Но сказать, что какие-то единые критерии, конечно, нет. Я этого не могу. Ну, то есть, сказать. Как таковой системы оценки, даже субъективно для каждого отдельного критика, вы не выводите для себя, да, такие какие-то показатели? Теоретически она, конечно, есть. Но образный мир. Желательно, чтобы он был оригинален, чтобы, когда я смотрю на сцену, я не видела то, что видела там 100 или 200 лет тому назад. Это одна из очень любимых мной историй, которую когда-то рассказал ныне художественный руководитель омской драмы Георгий Цхвирава. Тогда он был молод и работал в Свердловске, тогда теперь Екатеринбург. И он, когда защищал диплом, он учился у Марии Осиповны Кнебель. Мария Осиповна Кнебель — это практически от Станиславского первые руки. Она была один из лучших педагогов мастерства, актеры, режиссуры, на которых молились все. И он показывал дипломный фрагментик из «Дяди Вани». И она ему сказала: «Георгий, странная история. Когда я была молодая, там открывался, допустим, занавес на сцене, этот сидел там, этот стоял здесь. И вот теперь прошло столько-то лет, занавес открывается, этот стоит там, этот сидит здесь. А эти годы прошли или...» Или мне это кажется. Иными словами, там должно быть просто что-то свое, и это свое должно быть сделано профессиональными людьми. Ну, вы уж простите, что я так к этим критериям привязался, да, почему я спрашиваю? Потому что, скажем, для обывателя, для человека далекого от театральной жизни, в принципе, вот критик выглядит, как мне кажется, следующим образом, что у вас есть перечень пунктов, сценография, музыка, актер первого плана, актер второго плана, условно, да, и так далее. Вот такого нет, то есть вы в общем картину видите, да, и оцениваете общее. Мы не спортивные судьи. Да. У нас нету таблицы. Это, знаете, это очень такой вот сложный момент здесь. Потому что я подумала, когда вы задали этот вопрос, что бывает такое, когда в одном, допустим, жюри фестиваля есть очень консервативных взглядов человек. И есть молодой, который кажется, что отрицает все критерии совершенно со своим взглядом. Ну, там, я не знаю, вот не совпадающие люди. Только новые формы, только современная драматургия и так далее. Они видят один и тот же спектакль,
и они одинаково могут его оценить, то есть в ту или иную степень. Не сговариваясь никак, все-таки какие-то объективные вещи есть. Там, энергетика актера, обаяние, оригинальность режиссуры, какие-то эстетические критерии, там, не знаю, визуальные, художественные да, образы спектакля. С одной стороны, есть это. С другой стороны, конечно же, но все-таки критики — это не роботы, это живые люди, у которых бывает, что болит голова, они могут быть голодные, они могут переживать какие-то, допустим, обстоятельства в своей жизни, и что-то им откликается со сцены, там, не знаю, личные какие-то вещи. Конечно же, это люди, есть критерии какие-то абсолютно человеческие. В общем, критики — это тоже люди. Ну да. Шикарный критерий, шикарный. Если ты пришел, у тебя болела голова и прошла, спектакль хороший. Честное интересно, слово. Да. Это критерий. А если не болела и заболела, то тоже критерий. Да, галочку поставили в этом пункте. Но в целом, насколько я понимаю, самое главное — это база. Это образование и насмотренность. Это главное, что вот в вашей профессии должно присутствовать обязательно. Для того, чтобы... Но еще желательно уважение к тем, кого ты критикуешь, и желательно уважение к тем, кто сидит с тобой в зрительном зале, и желательно вообще уважение к людям. Да, это, наверное, вообще для всех видов деятельности характерно, и хотелось бы. Хотелось бы. Я бы любовь еще добавила. Да, любовь. Насколько влияют, в частности, ваши отзывы на судьбу тех или иных спектаклей, может быть, даже театров, режиссеров и так далее? Опять же, это к вопросу о вот этих стереотипах, о том, что критик — это нечто такое злое, суровое, из-за чего судьбы разваливаются. Насколько влияет? Реально, вот ваши решения, ваши оценки, было ли в практике, может быть, такое, что там условно спектакль чуть ли не сняли из-за вашего отзыва? Ну, если спектакль чуть ли не сняли из-за вашего отзыва, то лучше такие отзывы не писать, они будут немножко иначе называться. Что касается влияния, бывает, что оно очень прямое, даже гораздо прямее, чем хочется. Например, если речь идет о жюри на каких-то региональных фестивалях. Потому что очень часто члены жюри, скажем, узнают, что губернатор или мэр города сказал, что человек, который актер, например, который получит премию как главная мужская роль, лучшая мужская роль, что он же получит и квартиру, например. Вот. То есть в этой ситуации тот, кого ты выберешь этим лучшим актером, тот, кого ты назовешь этим гордым званием, он получит квартиру. Это очень-очень прямое влияние, согласитесь, не просто на жизнь. То есть, может быть, не на жизнь театра, не на спектакль, но на жизнь этого конкретного человека огромное. Что касается статей в журналах и в газетах, то я боюсь, что они не оказывают значительного воздействия, так же, как и статьи упомянутых вами кинокритиков. Мне кажется, сарафанное радио решает до сих пор гораздо больше, чем профессиональное мнение. Во всяком случае, все мои подруги, не имеющие отношения к театру, вместо того, чтобы читать мои статьи, слушают мои телеэфиры. Идут и составляют собственное мнение. Они звонят мне по телефону и спрашивают. Я говорю, послушай, но я же вчера рассказывала об этом и в интернете, в принципе, это все есть, это легко, это найдешь. Нет, ты мне честно скажи, говорят они. Пока ты не получишь подтверждение из первых рук, верить нельзя. Это не проблема театральной критики, это вообще проблема недоверия нам. Заговорили о фестивалях. Собственно, вы огромное количество фестивалей, насколько я понимаю, посетили. И насмотренность действительно очень широкая. Сегодня вы у нас в гостях благодаря Платоновскому фестивалю. В целом, как мне кажется, театральная культура, вот эта фестивальная театральная культура, она активно очень развивается в нашей стране, и многие фестивали, в том числе и платоновские, стали очень престижными в театральной среде. Какие фестивали, кроме нашего платоновского, вы бы особо отметили? Если это будет корректно, конечно. Алла, на ваш взгляд. Знаете, это сложный вопрос, потому что мне кажется, что сейчас фестивали претерпевают всевозможные изменения. Но платоновский я бы точно выделила как один из ключевых и важных фестивалей для театральной России. Если говорить о фестивальном движении, то оно, слава богу, не меняется, то есть оно развивается, ничто не притормаживается, не застывает.
Это связано прежде всего с тем, что театр очень востребован сегодня. Люди очень устали от, может быть, от каких-то ну, грустных мыслей или от того, что там, от телевидения, может, от агрессивного телевидения, от агрессивных программ, от агрессивных развлекательных программ. У них очень... Ну, скроллинг интернета, конечно. Да, у них очень много, большой запрос на разговор о каких-то своем, о внутреннем мире, о душе, о своих проблемах. Не все люди обращаются к психологам, скажем, да, или, там, я не знаю, способны даже с друзьями обсудить какие-то свои вещи, которые их волнуют. И они приходят в театр за этим. Это 100%, я могу сказать, что в любой город можно взять... По всей карте России у нас, слава богу, очень много театров. И, мне кажется, всю жизнь можно посвятить на то, чтобы познакомиться с этой картой, увидеть все театры. Любой тебе скажет, директор или худрук, очень большая заполняемость сейчас театра. Люди приходят вот за какой-то за истиной, за каким-то за очень... терапией, да, за терапией, за каким-то за решением для себя каких-то очень серьезных вопросов. Что касается Платоновского, здесь вообще разговора быть не может. Очень мы обязаны всем людям, которые его создавали, придумывали, которым продолжают заниматься. Это один из мощнейших международных фестивалей. Мы не можем друг друга обманывать и не будем обманывать наших телезрителей, что по части международности, конечно же, невозможно эту планку держать, которую мы держали до того, как началась пандемия. С другой стороны, тот же в чем? Ну, Платоновский действительно в этом смысле уникальный фестиваль, потому что он в ранге столичных мощнейших фестивалей держался всегда, это ясно. Эти фестивали, они все очень разные. Они же очень многие... Ну, допустим, фестиваль в Тамбове. Он носит имя актера Николая Хрисанфовича Рыбакова. И он награждает только актеров. Там только актерские номинации. Ну, там есть всякие другие призы, но основные номинации, денежные большие призы — это премия актерам. И никогда не представляют спектакли Москвы, Петербурга, Московской и Ленинградской областей, а только исключительно русской провинции. Это очень правильно, потому что все знают московских и петербургских звезд, и никто не знает или знают, но не имеют возможности в этом удостовериться, что, допустим, в том же Воронеже в каждой труппе есть 10 актеров, которые ничем не уступают лучшим артистам Петербурга и Москвы. Это просто так. И так во многих городах, не во всех, но очень во многих городах. Есть фестиваль, допустим, там, ну, не знаю, ну, в Мелехове. Это Чехов. Значит, туда приезжают все спектакли, которые поставлены по произведениям Чехова. Это другая совершенно история. Ты можешь посмотреть, как работают с Чеховым люди. Там, не знаю, есть фестивали, там фестиваль в Сергиевом Посаде, который просто приводит все спектакли, которые он может показать на своих площадках, и при этом они человеческие, очень-очень человеческие, там историческая тематика, проблематика и так далее, и так далее. Есть много-много-много очень разных фестивалей. Их сравнивать совершенно между собой невозможно, но все они дают возможность видеть театр очень разный, не отобранный двумя-тремя экспертами с абсолютно одинаковыми мозгами, с одинаковыми клише, с одинаковыми стереотипами, потому что театральная критика, они тоже есть, они копятся. А это возможность видеть театр в широком диапазоне, от каких-то абсолютно современных экзерсисов до прекрасного традиционного психологического театра. И поэтому их сравнивать нельзя, но каждый из них... Региональный фестиваль есть у Воронежского союза театральных деятелей, правда? Когда театральные критики могут посмотреть все, что происходит в Воронеже и окрестностях. И очень часто награждают даже не спектакли, скажем, Воронежа, а театр, который находится рядышком, маленький, о которых вообще никто не знает. Даже название городов может впервые москвич узнать потому, что этот театр получил какую-то премию. Давайте, наверное, еще немножко поговорим о, ну, своего рода профдеформации, что ли. Я понимаю, что действительно, когда 7 спектаклей в неделю смотришь, наверное, несколько происходит все-таки вот эта деформация профессиональная, и очень сложно, наверное, вас чем-то удивить. И тем не менее, случаются ли в рамках театральных фестивалей настоящие открытия? Как часто это бывает, если бывает вообще? К счастью, да. У знаменитого критика Натальи Крымовой, супруги Анатолия Васильевича Эфроса, была такая статья, она называлась «Секреты Паневежеса». Она поехала в Паневежес и обнаружила там театр. И после того, как она написала эту статью, открыла этот театр, любой критик мечтает открыть свой Паневежес. То есть куда-то приехать и первый про что-то написать или увидеть.
И я хочу сказать, что такое бывает в твоей жизни. И это огромное счастье. Это вот ты иногда действительно ощущение, что ты вот какой-то там, у тебя какой-то волшебный песок, в котором ты иногда находишь жемчужину. Бывает, и это потрясающе совершенно, когда находишь, пишешь, может быть, отмечаешь, привлекаешь коллег к этому спектаклю, и у спектакля меняется судьба. Потому что очень часто бывает так, что даже очень талантливые спектакли не всегда воспринимаются внутри города. Угу. Даже вот человек, он творит среди людей, которые не понимают, о чем он говорит. Угу. Ну, у нас есть вот такой стереотип некоторый, например, что у нас в Воронеже достаточно консервативный зритель, и не всегда этот зритель готов воспринимать, например, современную драматургию, да, или современное прочтение классических каких-то историй. Но, тем не менее, во всех театрах города так или иначе современная драматургия существует, и она, как вы вначале говорили, собирает аншлаги, и никаких проблем с этим нет. Марина, вот как вы считаете, есть ли открытия, вот бывают ли, случаются ли у вас открытия? На самом деле, просто всегда. Вот, допустим, мы были в Тамбове, да, мы видели там Орловский театр «Свободное пространство», причем 2 года подряд. Один раз с музыкальным спектаклем «Кармен», второй раз со спектаклем «Сирано де Бержерак». Разные режиссеры. Молодые. Угу. И это просто что-то невероятное. Просто невероятное. Это, с одной стороны, да, достаточно традиционный театр. В нем нет ничего того, что может вызвать нормального человека или зрителя. Я в этом смысле совершенно на стороне зрителя. А с другой стороны, это чрезвычайно эффектное, современное, яркое, человеческое, сильное высказывание в обоих случаях. Или я только что была на фестивале в Сергиевом Посаде. Приехал театр из Истры. Вот там вообще в Москве люди знать не знают, что в Истре. Все знают, что в Истре хорошо отдыхать. Но я не помню, чтобы кто-нибудь мне рассказывал про драматический театр Истры. Они привозят спектакль «Чайка». Абсолютно традиционный спектакль. Абсолютно в нашей школе. Психологический, ансамблевый. Вот эти все скучные слова. А что это означает? Это означает, что ты смотришь на сцену, ты профессиональный критик, смотришь на сцену, видишь молодого актера, который играет Треплева, и ты перестаешь понимать, что это актер и что это персонаж. А ты видишь живого, страдающего человека. Ты просто вместе с ним проходишь всю жизнь этого мальчика. От первой минуты, да, когда в доме появляется его прекрасная мама, и до последней минуты, когда он кончает жизнь самоубийством. Mm-hmm. И ты вместе с ним, ты видишь живого человека. Это грандиозное открытие. И такие открытия есть всегда и везде. Я, если можно, тоже приведу пример. Один из ярких таких примеров – это Новокуйбышевск, и есть там театр «Грань», сделанный, по-моему, это Дом культуры, маленький театр. Люди туда за месяц записываются. Ожидаешь ли ты в городе Новокуйбышевске увидеть, да, этот театр? Я помню, как туда приехала, как попала в этот театр, и просто вот, ну, обалдела от того, на каком уровне актеры работают, как это сделано, с какой любовью, какой высокой культуры их художественный руководитель Денис Бакурадзе. Второй пример – это тоже была такая ситуация в прошлом году, когда я приехала в Йошкар-Олу, и это был как раз смотр, да, всего-всего сезона. И вдруг спектакль «Гамлет» Степана Пектеева. Вот он сейчас как раз, господи, чуть ли не сегодня будет вручать премию «Золотая маска». Он попал в номинанты. Угу. И не могу сказать, что мы к этому причастны. Я не эксперт этого фестиваля. Но я могу сказать, что все-таки... Заслуженно. Первые тексты про этот спектакль написала я и мои коллеги, те люди, которые его впервые увидели. Угу. И уже дальше за нами поехали эксперты, начали отсматривать. И это вот та самая была жемчужина. Когда ты просто, я просто помню, что мы сидели в зале с коллегами, они были совершенно разные, там были разные абсолютно люди разных взглядов. И вот так вот переглядывались, потому что мы просто... Что это? Невероятный спектакль, попадающий в сегодняшнее время, молодого режиссера, очень талантливого, очень разностороннего. И какой-то невероятный совершенно спектакль. И вот даже не знаю, интересно, чем дело закончится. Ну вот видите, мы с вами вернулись в итоге к ответу на вопрос, влияют ли ваши отзывы. Да, влияют еще как, судя по всему. Спасибо вам большое за беседу. Спасибо вам, Иван. Спасибо. Спасибо. Вы смотрели «Вечер вместе». Я Иван Грищук. Все выпуски наших программ вы можете найти в интернете на нашем сайте www.tvdefisgubernia.ru.